Жители сел Павлодарской области готовятся к голосованию 9 июня и уточняют свои данные на избирательных участках. Немало и тех, кто приходит за открепительными талонами. В основном это жители пригородных поселков, которые работают посменно на крупных предприятиях в Павлодаре, Экибастузе или в Муногороде Аксу. Всего в регионе 543 избирательных участка, из них 298 на селе. Я всегда прихожу на голосование, потому что я привыкла всегда быть, так сказать, в делах государства. Давным-давно когда-то у нас был один участок в селе, но из-за того, что население очень выросло, у нас сейчас в селе два участка, село очень большое. Поэтому я заранее пришла для того, чтобы выяснить, на каком участке я буду, чтобы 9 числа не бегать, не искать свою фамилию, а конкретно прийти на участок и проголосовать вовремя. Требования хоть к сельским, хоть к городским этим избирательным комиссиям, правила одни. По конституционному закону о выборах. Ну, отличается село всегда тем, что мы говорим, явка по селу всегда выше, чем в городском конгломерате. Видимо, село привыкло вставать пораньше, чем городские жители, поэтому они и идут. Всегда в первой половине дня явка, если сравнить анализ, в первой половине дня явка всегда среди сельских жителей выше, чем в городе.